Начался праздник с торжественного парада. Вчерашние школьники прошли по Красной, Постовой до Дворца спорта «Олимп». Участники бала прошли по звездной дорожке. Это самые талантливые ученики, золотые и серебряные медалисты. И те, кто набрал на ЕГЭ 100 баллов. Таких на Кубани 346 человек. Из них 32 самых настоящих гения. Они умудрились дважды получить 100 баллов. И два уникума, которые сделали это трижды. Сегодня они входят во взрослую жизнь с вполне амбициозными планами. Хочу создать крепкую и надежную страну, защищать отечество и верить, чтобы у нас была крепкая, единая страна. А это какую профессию нужно для этого получить? Для этого профессию, ну, как минимум, президента. Да, я хочу стать тренером по танцам. Я люблю детей и буду их тренировать. Или врачом. Поздравил выпускников самый успешный студент и выпускник края губернатор Александр Ткачев. Я уверен, пройдет несколько лет, и вы обязательно с удовольствием, если такая возможность появится, поменяете месяц этой беззаботной взрослой жизни на один день бесшабашной молодости. Так или нет? Кубань всегда отличалась не только качеством жизни, но и прежде всего своими людьми. Вы настоящее и будущее нашего края, нашей любимой Кубани. Мы на вас надеемся и рассчитываем. Так что не подведите, не подкачайте. С праздником! Действительно, какой бал без танцев? Открыли праздник малыши-первоклашки. Они станцевали вальс. Дальше выпускники танцевали польку под кубанские песни. Был еще джайв, квикстеп и твист. А учителя и вовсе организовали флешмоб. Завершился 8-й губернаторский бал дискотекой на площадке перед Олимпом.